Fire GS01 – бюджетная звуковая карта с USB-интерфейсом. Устройство представляет собой небольшой пластиковый параллелепипед черного цвета. На верхней панели располагается логотип компании-производителя со светодиодной подсветкой. На передней грани находится регулятор громкости и кнопка отключения микрофона. А на правом торце разъем мини-джек 3,5 мм для подключения акустических систем. Сбоку отходит несъемный USB-кабель. Карта рассчитана на вывод звука в SD-качестве. 16 бит с дискретизацией 44,1 кГц. Это простое USB-совместимое устройство, которое можно подключить к соответствующему порту на ПК с Windows или использовать в тандеме с Sony PlayStation 4. Учтите, что поддержки многоканального звука здесь нет. Подведем итог. Edifier GS01 поможет развести звук с колонок и наушников и расположить вход для последних в более удобном месте. Подойдет тем, кого не устраивает интегрированный звук на материнской плате. В первую очередь владельцам недорогих ноутбуков.